Перевод на правый был фланг, хороший пас, и мяч уже в штрафной, удар с левой ноги в ближний угол. Низкого роста, а это значит, что очень проворный игрок ДГТО, а здесь уже все-таки желтая будет. Сумма Иданкета, и показывает арбитр настоящий консилиум из игроков ДГТО, там еще и другой футболист. Мечая, честно говоря, не разглядел, кто это. Габельничкин пас выполнил. Неплохой розыгрыш, интересный. Положение в книгу. Охлаждают голеностоп Олегу Бакланову. А мы смотрим за угловым. Подачи, гол! 1-0! Вот так вот, пока мы смотрели за Олегом Баклановым, мы разыграли футболисты ДГТУ угловой и забивают. Так, подождите-ка, удаление. Неужели Самоэдонге получает вторую желтую карточку? А что случилось? За что Самоэдонге получает второе предупреждение? Арбитр отправляет команду отдыхать. Я ничего себе не компенсировал. 1-0 для ГТУ ведет. Тапурия беседует с арбитром. Тапурия, предупреждение. Удар по воротам! Так, как раз мимо стенки, рядом со штангой. Тем временем ДГТУ зарабатывает по угловой. Есть подача на ближнюю штангу. Опаснейший момент. СКГМИ исправляется. Еще одно предупреждение на счету Владикавказа. Для Тапурии это, кажется, вторая желтая. Да, удаление. Тапурия получает второе предупреждение в штрафной площади СКГМИ. Поэтому замена вполне логичная. Ох, какой удар! Еще вот перекладину, спасение Валерия Козырева. Прекрасный момент и прострел хороший. Но никто не замкнул ответ. ДГТУ оступился, игрок Ростова. Классная передача. И вот надо забивать. Отличный момент. В дальний угол положил. Упаковал. Счет становится 2-0. И забивает. Кто бы вы думали? Конечно же он. Скажите, как его зовут? Руслан Бе. Зрук. Ков. Руслан Безруков. Вот сейчас судья дает свисток об окончании матча. 2-0. Донской государственный технический университет выигрывает. Поздравляю.